тоже Юра пишет, звонит, что они пишут, что вытеснили на 3 населенных пункта заняли. Ой, да мне это не важно, мне свои, блядь, нахуй, эти ебаные ишаки, нахуй, ну, мусор носят. У тебя все нормально, зай. Сука, блядь, понабирали, нахуй, блядь. Ну, блядь, жалел, а теперь буду просто, нахуй, сажать, нахуй. Ну, а зачем ты их жалеешь? Нахуй. Если они так тебе все нервы трепят. Что ты им крыло отпущения терпеть их? Нет, все. Mm. Я просто доведу обстановку, хотя бы, блядь, хоть кто-то будет, блядь, сука, знать, потому что, блядь, это все зависает. И никто никому дальше, блядь, полка ничего не передает, нахуй. Критично? Да, критично было месяц назад, а сейчас уже, блядь, просто... Ну, критично ты имеешь в виду по поводу духа? Да. Стрели, нахуй, блядь, сука. Он его пристрелит показательно, вторые ему уже позатыкаются. Тебе бы это не стало. Добра у тебя жена, да? Знаешь, как говорят, бей своих, чтобы чужие боялись.